Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Ну что, сезон у нас закончился, и мы получаем наши награды. Так, пиньетушка. За высшую, так сказать, лигу. Ну что, 7 паков. Замечательно. Давай открывать. И надеюсь, нам все-таки выпадут какие-нибудь легендарные карты. Так, это у нас необычные. Пока ничего тут суперского не вижу. Все это у меня есть. Так, пошли редкие. Ага. Мега редкие. Так, это у нас кошатница. Да ладно, быть такого не может, ребята. Да ну. Прикинь, они меня шваркнули. Ё-моё. Ни одной легендарочки не дали. Зашибись. Ну, друзья мои, такое бывает. Алмазная лига, соответственно. Начинаем мы с тобой с 30 ранга. И давай посмотрим, что у нас за ежедневки. Нанесите 20 единиц урона героям травяным кулаком. Так, нанесите 20 единиц урона героям розой. И разыграйте 2 зомби из надгробий. Так, значит, травяной кулак, роза и надгробие. Ну что ж, давай попробуем. Кстати, а у нас есть какое-нибудь... Ага, громкое событие. Давай посмотрим, что в начале за событие здесь у нас. Стратегическая колода заразительной сальцы, выхода нет, очень мощная. Возможно, даже слишком. Не забывайте, что вспышка на солнце может призвать на помощь томатного механика. Так, давай-ка попробуем сыграть. Получится у нас выиграть или нет у заразительной сальцы. А, мы за него играем. Тогда... Не знаю, ребят. Ну, ясен перец, вот это вот нам пока не надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, пока оставим так. Ну, куда ты ставишь это пугало свое огородное? 2 урона мы получим в лицо. Допустим. Блин. Что, 2 подтанцовщиков ставить? Давай поставим. Посмотрим, что нам это даст. Так, курица, да? Томат позвал. Ну, я тут предлагаю, наверное... А сколько он делает? -1, -1, маловато. Короче, я так понял, подсолнух у нас на хилах. В лицо? Зашибись. Мне пока даже поставить нечего, ребят. Просто нечего поставить. Смотри, что вытворяет, а? Не знаю. Мы уже столько наполучали. Единственная надежда, это, конечно, Гаргантюа на хилах. Но я что-то... Я, ребят, не особо уверен, что у нас что-то получится. Давай проверим. Ага. Так. Заменяет. И уничтожает. Дело дрянь, я тебе скажу, но у него карт нету. Может быть, это нам хоть на руку как-то сыграет. Хотелось бы, конечно, в это верить. Что мы можем сделать? Мы можем сейчас, например, вызвать бега, да? Давай так, пожалуй-ка, сделаем. Поехали. 8 хп мы ему оставляем. Так, ну что у него, блин. А давай я вот сюда поставлю. Да ладно, у него есть чем уничтожить, ты прикинь. Блин, у меня 2 этих... Блин, он сейчас...
Ох, хапает, а. Хапает, ребята, энергии очень много. Да не буду я пока ничего делать. Давай посмотрим, что он будет выставлять. Еще. Так, подожди, подожди. А что ты хочешь сделать? Что ты хочешь этим сделать? Ладно, здесь я восстановлю здоровье себе немножко. Сработает защита? Да, срабатывает. Хорошая нам выпала карта. Ну что, наверное, будем бомбить их всех. С помощью нашего Гаргантюа. Нахапывает, конечно, там энергии очень много. Ладно, давай проверим. Что он сейчас тут придумает? Так, подсолнух. И все? Ну тогда до свидания. Так хорошо он начал. И так фигово он закончил. Ну что ж, друзья мои, победа за нами. Ну а я двигаюсь тогда, ребят, на ежедневке. Значит, нам нужно сыграть за травяного кулака, да? И за розу. Травяной кулак. Так, где же ты у нас? Вот он. Что у тебя там за... Короче, колода, сборка чистой воды. Да, чистой воды. Кстати, вот этого надо будет взять. А он у нас только лишь на горохе, да? Срабатывает. Только лишь на горохе. Ну, мы можем... А у нас горох есть. Давай-ка я, наверное... Блин, подожди секунду, сейчас подумаем. Вместо кого поменять. Наверное, может быть, вот тут вот. Он нам пригодится. Я чувствую просто. Так, добавить. Ну что? Рискнем. Можно, конечно, было на... Этих, как он, болотные комочки, или как они там, замшевые, которые наносят урон при использовании заклинашек. Так, нам достается ржавый разряд, 21 уровень. Так, ну начало, в принципе, неплохое, вот это вот только... Ни туда и ни сюда. Твою налево, блин. Ох, ну это что такое, ребят, ну... Ну это несерьезно. Это несерьезно. Три заклинания. А, ну вот, вот, хоть что-то выпало. Так, что у него там может быть? Сумоист, скорее всего. Наверное, спортивная колода. Так точно. Спортивная колода у него. Это, конечно, не очень мне нравится. Так, сколько там у нас? 2 и 2 идет, да? Ну, давай сделаем так. Еще вот так вот сделаю. Погнали. Ну, он займется сейчас прокачкой тут спокойненько. Угу, как же. Так, началось. Тренера хочешь, что ли, поставить? Не уверен. А, вот он, что хотел мне сделать. Ха-ха. Фокус не получился у тебя, парень. Фокус у тебя не получился. Так, то мы пока оставим. Сейчас будет тренер выставлять. Так, мы можем с тобой позвать кабачок, в принципе, да, можем поставить.
Давай, наверное, так сделаю для начала. Угу, и вот так. Рикошет. Ладно. Рикошет так рикошет. Что я могу сделать? Есть у меня ягоды. Я не удивлен. Абсолютно не удивлен этому. Так, единственное, что, знаешь, что мы сделаем, наверное? Он будет вирус, скорее всего. Скорее всего, делать вирус будет. Поэтому предлагаю следующее. У него может быть валун, ребят. Может быть валун. Так, переместить... Нет, я пока перемещать никуда не буду, оставим так. Он может камнем сейчас уничтожить. Видишь? Но у нас срабатывает защита. Бонус на атаку, отлично. Если сейчас у него еще будет тренер, это будет уже беда, ребят. Это будет беда, самая настоящая. Что он там хочет сделать? Через вирус, что ли, запустить? Или что у него там? Пока даже не знаю, ребят. Знаю только одно, сделаем вот так. Бомбанем. Сюда. Ну и вот так, наверное. Посмотрим. Так, сумоист. А он сдался. Он сдался. Нервишки его, короче, не выдержали. Но мне-то надо было 20 единиц урона нанести. Поэтому как бы это не засчитывается. Мы нанесли всего лишь 9. 9 урона. Поэтому продолжаем играть за травяной кулак или Бонг Чой. Кстати, вот эта вот картиночка, по-моему, у нас уже была. Вот эта вот эмблемка призрака. Так, поиск соперника. Так только что же был. Отключился, что ли? Труханул малька, да? Испугался со мной драться. Опачки, так. Кто там? Рурал? 23-й ранг. О-хо-хо-хо. Разгромчик, это опасно. Разгромчик, друзья, это опасно. Давай, наверное, я пока так оставлю. Сам не знаю, зачем я оставил, блин. Hello. 2-2, ну у него сейчас 100% что-нибудь найдется. Ага. Слушай, а у меня, по-моему, у Банг Чой, насколько я помню, ребята, нету... Ой-ой-ой-ой-ой. Двоих сразу? Ох, сейчас будет прокачивать, ладно. У меня даже нет, вот сейчас вот что-нибудь поставить. У меня нет, ребят, возможности что-то влепить. Ну что это? Вот что это вот выпадает мне, блин? Да. Короче, здесь я, скорее всего, сфылился, ребят. Так, я надеюсь, у меня сработает блок-то. Да, ну, нифига у меня не сработает здесь. Я тебе скажу, просто вот это называется «не повезло». Крокодил. Ну и что мне толку от этого крокодила? Давай я вот так поставлю. Сейчас у него сработает блок. Но он, скорее всего, кого-то сейчас сюда поставит.
чтобы перекрыться. Нет, он ничего не стал ставить, он просто его уничтожил. Но, и валун, что ли, у тебя еще есть? Ну давай валун применяй, чтобы вот этого сразу уничтожить. Хотя, подожди, у нас же банан уже переместится сюда. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас работает защита и посмотрим, что он вообще здесь достанется. Если два удара по земле, это будет круто. Нет, ребята, не два удара по земле, а бонусная атака, которая мне нафиг не нужна. Ну все, короче, приплыли. Получается, что приплыли, да? Нафиг мне столько ананасовых бомб. Ага. Так, ну что, он сейчас может по мне, конечно же, бомбануть. В общем, ребят, здесь не повезло мне именно с картами. Извини меня, опять три ананасовые бомбы. Я думал, что он будет на Гаргантюа, если честно. Поэтому я ставил вот этот вот гриб. Ну, как ты понимаешь, это было все фуфляндия полная. Ладно, сейчас посмотрим, что он будет делать. Так, безумие. Ну, это пошла прокачка. Так, либо хил, либо... Ага. Этих можно, в принципе, будет убрать с помощью гриба. Если выживем. А мы не выживем, да? Потому что по нам сейчас нанесут урон. Да. Вот это, конечно, это трындец просто, ребят. Просто трындец. Три ананасовые бомбы. Ну, да нафиг они не вперлись. Ну что, тогда идем играть за розу. Че это у нас за... Чисто на хилках, что ли? Ладно. Ну, чисто на хилках, такое себе тоже, ребят, удовольствие. Да, там не чисто хилки. Так, такое ощущение, что 21 ранг уже был у нас. Ржавый разряд. Ну, ладно. Попробуем отыграть. Опять же, ребят, ничего хорошего в руку мне не выпало. Разогнаться мне пока не получится. Единственное, что да, здесь можно немножко не переживать по поводу того, что мы себе можем восстановить здоровье. Ну давай, давай, не тупи, что у тебя там? Так, здесь тоже мы мимо кассы пролетаем, потому что две энергии. Мне вот этого ставить, ну нет резона вообще. Этого, кстати, тоже. Поэтому воздержимся. Вот. А вот это уже кандидат, ребят. Если он сейчас думает, что он будет сейчас прокачиваться, я ему, соответственно, ничего этого не дам. Это хорошая карта. О, как. Ну что же. Приступим тогда. Ничего ушеньки он не стал делать. Что же там у тебя может быть? Что у него там может быть? Блин, ну давай я...
Я так вот сделаю. Посмотрим. Ага. Ботаник у тебя, да? Минус ботаник. Так, значит, он, короче, ребята, на заклинашках собирается сыграть. Верно? Конечно, верно. Так, вот у него еще ботаник. Ну, этому в любом случае кранты. Так, а теперь что нам сделать можно? Ну, в принципе, вот это вот поставить. Да? А, мы не сможем сюда. Хотя... Вот так вот, да, значит, ты? Как бы тут лучше сделать-то так, а? Сделаем так. И... Да и все, пока. Уничтожает, да? Плохо, 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 ребят. Кто там у него может быть? Я без понятия, ребят. Сделаем так, и, наверное, я... Наверное, вот так вот. Угу. Так, ну что, блин, нам не хватает, ребят, буквально чуть-чуть. Еще один. Папандопола появился. Ладно, поехали. Смотреть, неужели у него вирус? Так, ребят, не забывайте, что есть вот такой вот у нас приколист. Я надеюсь, он нам поможет. Так, зомби получает плюс 3. Сейчас нам выгодно, чтобы он протратился хорошо, чтобы потом мы его наказали. Да, придется получить звездюлей. Тут уж ничего не поделаешь, ребят. Надеюсь, у него нету вируса. Вот что самое главное. Только не ставь надгробие. Вот. Ауч, ауч. Ребята, вот это вот. Я же забыл, что у него, блин. Блин, зачем мне вот эти вот две штуки, скажи-ка мне на милость. Сейчас, конечно, тут навтыкает нам. Пока не будем это трогать.
Помидор спасательный ты наш. Так. Такое себе. Поехали. На земле. Так, этого, да, уничтожает меня. Так, ставит телепорт. Берет дополнительную энергию. Уничтожает зомби. Так, подожди, сколько у нас получается? 2, 2, 6. А у меня всего 2 хп. Ладно. Вот это вот не в тему, ребят. Еще плюс он получит, ребята, что? Блок у него, защита сработает. А нет, не сработало. Ну что, наш шанс, так сказать, да? Ага. Да ты серьезно, блин? Ой-ой-ой-ой, как не в тему, ребята, выпало, конечно. Че он там хочет вызвать? У тебя нет возможности даже ничего поставить. Ай, ты смотри, а. Выкопал. Ну что ж поделаешь, ребят, вот. На хилах, а ландшафта, как говорится, не выпало. Поэтому весь хил мой улетел не знаю куда. Разыграйте два зомби из надгробий. Пошли. Такое вот, ребят, начало у нас. Вообще не очень хорошее. Да меня расстроило, что еще мы ни одной легендарки не получили. Сезон прошли вообще ноль. Даже пол-легендочки не получили. Это как и с черепашками у нас получилось, ребят. Начал снимать буст, а на запись забыл поставить. И серию просто в никуда выкинул. Так, ну что, у нас Бонг Чой. У нас Бонг Чой, я не знаю. Проверим на кактус. Ага, вот у него как. У него не кактус, у него вон чё. Опа. Угу. Так, что я могу сделать? Я могу сделать вот так вот. У него бонусная атака может же быть, да? Вполне, кстати. А может быть два урона по земле. Такой тоже может быть вариант. А почему он сюда не стал ставить? А, вот ты как решил. Вот ты, значит, как решил сделать. Ладно. Что-то опять какая-то вот, блин, непруха прям. Марчелло Построя. Да, тут, конечно, не очень. Так и смысл мне их ставить сейчас? Сейчас нет, ребята, их смысл ставить.
Все прокачивает, прокачивает этого голодранца. Даже пока я не знаю, что сделать. Просто, друзья, не знаю. Ну давай вот так вот заварганим. От безвыходности. Да по-моему я тут сфейлился. У меня 10 хп, у него 15. У него еще 2 зоны здесь есть. Нормально? Так, 7,29, да, получается? 9, блин. Одно хп у меня останется. Ну, это чего-то прям вообще... Из ряда вон выходящие. Ладно, давай сделаем так. Сейчас кого-то сюда поставит. Ай-яй-яй-яй-яй, как все запущено, друзья. Сейчас бонусная атака. Все, короче, мне кранты. Он ее не стал применять, да? Да тут, че у него хп сейчас 6,2 будет? Эй, у него же бонусная атака осталась. Удар по земле. А, нет, 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 нет. У него еще это, неуязвимость осталась, ребят. Фига, что-то чувак на свеклах решил сыграть. Мне здесь нечего делать уже. Все, абсолютно, ребят. Что бы я тут ни делал. Как бы я тут ни делал, не канает. Ландшафты выпадают, когда тебе не надо. Как-то вот так вот. Причем эта карта, колода на пиратах, ребят. Разыграйте два зомби из надгробия. На пиратах, ну ты видел, чтобы у меня хоть один пират вылез? Я что-то не видел этого. Так, ладно, а теперь давай-ка мы сыграем с тобой. Хотя бы надо пару победочек-то отыграть. Верно? Верно. Ты что такое-то... О, какой нафиг? А то мы как эти, как лузеры. Ну, ежедневки, сам понимаешь, есть ежедневки. Че я елозю-то? Че мне надо-то? Зубастизила мне нужна. Попробуем за нее, ребят. А потом за разгром разочек. Авось получится что-нибудь. Так, о, за мех я 1000 лет против него не дрался, кстати. Против за меха-то. Поехали. Ход зомби. Ну, первого хода нет. Второй есть, но, ребят, я не буду тратить как бы перчик. Просто мне интересно, на чем замех будет играть. Что он для меня там приготовил? Ну давай, давай, дракон Скайволкер. Опа. Вот что он сделал. Опачки. Ты серьезно? Ху-ху. А вот это, ребята, уже как по мне наглость называется. Ты так считаешь? Поехали. Окей. Пиу.
Давай, наверное, сюда еще поставим. Но. Ну, давай, давай, давай. Прокачивай свою зомби этого. Так, а что у нас там? Наносит 2 единицы урона. Ради бога. Так, у нас 4. Ну, этого мы сейчас сразу... Понятно. Хотел сразу этого уничтожить. Ну... А как бы я его уничтожил-то, интересно? Ладно бы, я бы поставил бы, скорее всего, на перекрытие. Скорее всего, вот сюда бы. И плюс использовал бы родничок, чтобы захиляться. Ну что, зубостизила, ну, как всегда, ребят, что могу сказать, топ. Так, и хотел я за разгрома, да, сыграть разочек. Давай. Опять же, то же самое, ребята, колодой на Гаргантюа. Но я тебе скажу, что очень долго раскочегаривается она. Но если раскочегарится, то уже все, ребят. Главное, чтобы не выдали мне розу. Роза постоянно, ребята, мне все карты спутывает. Вся игра при ней идет на смарку, да? Не только, в принципе, с розой. Много там есть противников у разгрома, которые могут его одолеть. О! Орешек в доспехах, 10-й ранг. Слушай, ну как-то так хорошо начинается. Только гаргантюах ни одной нету. Гаргантолог есть, а гаргантюашек нету. Ладно, смотрим. Начнется орехов, нет? Нет. Значит, у него, скорее всего, есть кактусы. Если мы до 4 энергии доживем каким-то образом. А мы попробуем дожить. А, нет, до 5 нам надо. Опа. Опа, на. Так, вот это уже интересно. Посмотрим. Ага. Так, ну что, ставим этого, потом эту на воду, да? Только давай без этой, блин. Как будем делать-то? Пока сделаем так. Чего? Ага. Так, подожди секунду. Что мне тут надо и как лучше сделать? Поехали, короче. Где мои ландшафты? У меня ландшафтов нету. Ты что, оборзел, что ли? Эй! Восстанавливает всем. Так, ну у меня защита должна сработать же, ребят. Срабатывает. Угу.
Так, ну, во-первых, хильнемся. И здесь вот так вот уберем. Погнали. А что делать? Выбора нет, ребят. Ох ты. Ох ты. Блин, а я его убрать не смогу, да? А я его убрать, к сожалению, не смогу. Что, гаргантолога убираем, да? Или этого? Ну вот этого я уберу. Поехали. Как-то, блин, не задалось. На 10-м ранге, ребята. Ну это профессионализм, прям можно сказать. Ну что, этот попал. Этот, ребятушки, попал у нас. Какое попал? Че я натворил? Дурик ты, Грей. Ой, ну ты дурила, а. Зачем, ребят? Ой, блин, вот сюда надо было ставить. Но это все, это уже называется переиграл или не доиграл, я не знаю, ребят. Говорю, попал и сам выставляю зомби сюда. Хотел же уничтожить этого хламона. Да, но здесь не Гаргантюа виноват, ребят, а сам я. Так ступить это надо было, ну это трэш. Вот что значит не выспался. Поехали. Так, ну что можно ожидать у нас от зеленой тени? Да все что угодно. Грибы, фасоли, что там еще у нее, я не знаю. Да нет, конечно, грибов нету, а вот фасоли, скорее всего, да, начнутся сейчас. О, видишь, рикошет у него есть. Ну, он уже прочухал, да? Он уже прочухал. Так, этот парень идет лес... Ага. Ага. Значит, вот так вот, да? Хм, ну валун-то у меня есть. Валун-то остался. О, выставляет, смотри, сколько. Отлично. Одного убираем отсюда. Так, ребят, я что-то не помню. Сколько он уже вытянул их? Эй, подожди. Это что такое? Друзья, это что такое? Их, по-моему, 4 максимум можно. Я уже 6 у него. Вы серьезно, блин? Да такого просто быть не может. Такого просто, ребята, быть не может. Слушай, это чит. Ребята, это чит. Я вам серьезно говорю. Это чистое воды читерство. Смотри. У него одни эти были. Зашибись?
Как вам такой расклад? Нормально, да? Почетерил. Что там, у тебя горошина, наверное, нет? Не знаю, что у него там. Замечательно. Просто, ребята, замечательно. Сейчас специально перейдем на зеленую тень. Ребят, специально сейчас посмотрим. Так, вот, у нас зеленая тень. Создаем, например, новую колоду. Блин, у меня их 4 всего лишь. Ну, ребят, я вам говорю, что... Ну вот, например. Видишь, все. Ты можешь максимум 4 брать с собой. Тут кого не коснись. 4 это максимальное количество, ребята. У него сколько таких было? Ну это читер галимый. И вот с такими играть это хуже не придумаешь, ребят. Да. Я думал, что здесь нет читеров, оказывается, есть. Ну что, дорогие друзья, тогда на этой ноте я, наверное, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.